На протяжении 6 лет перед новогодними праздниками тренеры и хоккеисты клуба навещают юных ребят в реабилитационном центре. 2-й год подряд воспитанники становятся гостями спортсменов в Ледовом дворце. Так как команда «Тарос» в рамках чемпионата находится на выезде, их вручили спортсмены «Батыра». В прошлом году у нас прошла премьера. Все получилось, понравилось. В силу того, что зал большой, вместимость больше намного, чем в нашем зале реабилитационного центра. Поэтому здесь очень комфортно. Ярко, красочно, ну и, естественно, хорошая встреча с кумирами наших детей. Театрализованное представление ребятам подарили волонтеры нефтекамского филиала ВАШ Госуниверситета. Стоит отметить, что в течение года хоккейный клуб занимается благотворительностью и старается уделить как можно больше внимания воспитанникам реабилитационного центра. Для того, чтобы поздравить их и предоставить им подарки к Новому году. Новый год – это праздник, который все ждут, особенно дети, и поэтому хочется, чтобы все желания их заветные исполнились и все мечты. И желаем в этом году им, чтобы у них было море позитива. Спасибо, что нам подняли такое хорошее настроение, а то у нас только тренировки, можно сказать, праздников-то у нас мало, поэтому очень приятно нам это, спасибо им за это. Дети водили хоровод вокруг елки вместе с хоккеистами, играли и рассказывали главному волшебнику Нового года стихотворение. В завершении встречи ребята получили подарки от хоккейного клуба. Лилия Ахметова, Анастасия Кай, Никита Кабанов. Информационная программа «Ежедневник».